Эхех, всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Баш, и мы сегодня с вами поиграем за Binding of Isaac. Поиграем с вами за... Давайте за Иву поиграем, за нее мы еще с вами не играли. Дело в том, что когда у Ивы коцают хотя бы на пол сердца, ей приходит на помощь ворон, который, собственно, довольно-таки полезный. А когда у нее остается пол сердца всего, она превращается в демона и тоже творит чудеса, там вроде дамаг увеличенный. Немножечко формы, внешность изменяется. Ладно. Давайте начнем. И давайте действительно проверим, может быть, лаков будет действительно меньше. С таким пиксельным разрешением. Просто мне кажется, что с этими пикселями только это... Больше лагов становится, нежели чем наоборот. Не люблю я пиксели, в общем. Такс. Тут у нас хардкор мухи. Кстати, вот сравнивал сейчас. Вот я помню, мамочку валил каким Каином. Я этих мух всех с одной плюшки валил. Вот просто я любого персонажа валил с двух плюшек буквально. Просто вот на раз-два. Такой прокачанный был, что вообще просто жуть. Ну, ему просто очень везло на шмотке, он вообще четкий попался. Так, насколько я помню, эта карточка восстанавливает здоровье, поэтому мы ее пока использовать не будем. Потерпим, скажем так. Так, сестра Бобби, а, бразер Бобби. Ну, какая разница, сестра, брат. Все равно фишка одна и та же. Даблшот у нас идет. Который весьма полезен, когда у тебя дамаг нет, ни хрена. Воу-воу-воу. Знаешь что, я тебе советую умереть. Это будет самое лучшее, что ты сделаешь. Для всех. Так, ладно, пойдем отмочим этого монстра. Или кто там у нас появится. Два монстра? О боже! Вы что, охерели что ли совсем? Никогда в жизни такого не было. Два ебаных монстра. Ё твою дивизию. Сразу два монстра. Обосраться. Так, ну одного мы с вами убили. Собственно, отлично. И второго тоже. Так, ну вот здесь тухлятинка. Здоровье. И броня. Погнали вниз. Так. Легкий уровень. Весьма легкий. Сваливаем отсюда. Так, не самый легкий уровень. Они сейчас все подожгутся здесь, как идиоты. А у меня даже бомбочки нету. Зайти к ним внутрь туда. И вообще здесь места мало для файтинга. Так что это как-то по хардкору. Еще с этими лагами охренеть можно. Дикость какая-то. Ну давай, камон. Everybody dance now. Ту-ту-ту-ту-ду. О боже. Ну, в принципе, легкий босс. Весьма наивный. Ну что ты там скачешь? Давай. Камон. А! Урод. Ты что, на меня прям пошел? Да тебя моя птица сожрет. Если тебе интересно. А если не интересно, все равно сожрет. Птица, добей его. Фас. Отлично. Возьмем пару бомбочек. И доберемся до сундука. Тра-та-та-да. Но ми густо. Что у нас много брони на этом уровне, в смысле жизней. Поэтому я буду вовсе не против встретить какой-нибудь там автомат с кровью. Понимаете, какие лаги. Я даже начинаю понимать, почему я...
в летсплее не могу никуда дойти. Потому что с такими лагами это просто дикость вообще. Это просто когда на уровне больше двух мобов, начинается пипец. Просто жестоко лагает и все дела. Ну ладно. А! Эти идиоты все сгорели. Ну или почти все. Не столь суть важна. Люблю, когда набираешь много здоровья за персонажа, а потом тебе открывается комната с дьяволом, и вообще считается, что это для меня вообще прекрасно. Так. Live to win. Броня. Не будем брать пока броню. Сходим в золотую комнату. Заберем свою деф. Помню, летало надо мной три такие штуки, когда я в игровой автомат играл. Они там попадаются. Я так... Отца, у меня было... Ни одной не было. Так накопил сразу. Сразу стало, то есть... Три. И они вообще жестоко дефили. Прям, то есть, у меня пулька летит, они хренак сбили ее. Вообще, превосходно было, конечно. Ну, правда, далеко я там не уехал. Абсолютно недалеко. Так, на босса. Ларри? А я вроде уже валил Ларри. А, я, наверное, валил его. Валил. В предыдущем прохождении, когда я играл за Магдалену эту, или как ее там зовут. Неважно. Не поправляйте меня. Пусть будет Магдалена. Так. Длинный. Урод. Теперь тебя сожрет мой ворона. Вау. Чё-то я какую-то ачивку открыл. Так, опять нам пожрать дали. Ну и чего? Ну тут нету этих секретных комнат, да? Так что пойдем вниз. И какую-то ачивку дали, четко. Так, бесполезные мобы. И помимо всего прочего, сейчас я их убью, и там в центре что-нибудь появится такое. Тоже не менее бесполезное. О, ключ. Ой, вот этих вот мобов я больше всего ненавижу. Они вроде бы несложные, но они такую хрень творят. У них просто вот этот патроны разлетаются в четыре стороны. Это просто дико выбешивает. Очень сложно увернуться от них и все дела. Поэтому их лучше сразу убивать. Так. Динамит? Да ладно. Камикадзе. Ладно, сейчас пойдем заюзаем на боссе. Мне очень интересно. Я еще ни разу не попадался. Динамит! Это прям что-то новенькое. Что-то действительно интересное и стоящее внимания. Не надо мне коцать перед боссом, пожалуйста. Вот. Вообще не круто. Отлично. Босик. У нас здесь это фигня. Так, давайте. Сейчас мы убьем вот этих секелявок и попробуем заюзать динамит. Который вовсе не динамит. Ладно. А, твою мать. Мне все испортил. Хватит лагать вообще. Так, короче, юзаем. Пробел. Блять. Ну ты и дебилина. А, она много раз взрывается. Засан. Джжу. Что за баг? Это то есть этот засан, который хилит меня, он убивает всех на уровне, что ли? Я не пойму ничего. Ну, ладно. А, коли мы так угодно, хорошо. Подождите, я не понял, вот это как юзается? А, оно тратит мое одно сердце и убивает всех, кто рядом со мной, да? Ну что-то это не особо айс. Да, это не особо айс, вообще не айс. Я вот что понял. Надо срочно сменить на что-то другое, потому что
Здесь здоровье нужно, а тратить его самому только потому, что у тебя такая способность, это идиотизм. Твою мать, сходил на арену. Осталось сердце всего. Надо сваливать отсюда. До свидания. И выкиньте эту способность, пожалуйста. Я могу нечаянно. Нечаянно выкинуть. Трюк какой-нибудь. Что... Убью сам себя. Ну вот, очередные бесполезные монетки. Спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо вам и вам и вам. Так, спасибо. 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 Абсолютно бесполезные монетки. Понабрался всякой фигни бесполезной. Так что вот такие вот пироги. Ну ладно, надеюсь, нас не убьют, знаешь, срано в одним. О боже. Нам пиздец. Я так-то их ненавижу. Они здесь какие-то особые еще. Так, советую дать мне сердце. Немедленно. Я еще мажу по нему дико вообще. Косая идиотина. Ну еще убейте меня. Потому что я знаю, что вот этот вот идиотина зеленый, он точно меня заваншотит. О боже, о боже, о боже. Это дикость. Блять. Да. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами Балбаш. Не получается у меня вместе с вами из этих сраных лагов никуда дальше уйти. Ну, в любом случае, всем спасибо еще раз. И маха!